Как жаль, что подобное видео не попалось мне до 18 лет. Скольких проблем я могла бы избежать? Сегодня мы рассмотрим топ-5 ошибок подростков по жизни. И, конечно же, ты получишь полезные советы от канала «Секреты юной леди». Привет, подружка! Я Изабелла. И сегодня я хочу рассказать тебе о том, что нельзя делать до 18 лет. Если, конечно, ты не хочешь проблем на свою голову. В этом видео я хочу поговорить с тобой о своих жизненных ошибках и расскажу, как это можно исправить. Боже мой, сколько глупостей было мною сделано, сказано и надумано. Зато теперь ты, подружка, можешь научиться на моих ошибках. Итак, никогда, слышишь, никогда не делай этого. Совет первый – не ври. Речь идет не о той лжи, когда мы что-то недоговариваем, а о том бессмысленном вранье, которое паутиной может опутать всю твою жизнь. Не придумывай небылицы про себя. Да, возможно, сначала ты будешь выглядеть в глазах окружающих крутышкой, но ни к чему хорошему это не приведет, ведь никто не будет видеть тебя настоящую. Если ты стесняешься рассказать родителям или друзьям что-то о себе, просто спроси себя, а будет ли это волновать меня через 50 лет? Так ты поймешь, что большинство твоих проблем супер надуманные. Совет второй. Не критикуй себя. Наверняка ты уже слышала эту фразу «полюби себя, и тебя полюбят другие». Но как именно это сделать? За что любить себя? Сейчас расскажу. Возьми листок бумаги и раздели его на две части. На одной половине напиши все свои плюсы и достоинства, а на второй – свои недостатки. А теперь главный фокус. Подумай, как превратить свои минусы в плюсы, чтобы твой список состоял только из одних достоинств. Например, я очень стеснительная, я скромная и хорошо воспитана. Совет третий. Не прячь себя. Не бойся себя проявить, ведь страх перед мнением окружающих мешает добиваться своих целей. Если ты сама считаешь, что ничего не достойна, то также будут думать и окружающие. Запомни, что мы сами ставим себя в какие-то рамки, поэтому не бойся делать то, что тебе нравится, и постоянно совершенствуйся. Совет четвертый. Не обижайся. Обида может разрушить любые отношения. Кроме того, она съедает огромное количество твоей энергии и портит настроение. Поэтому просто отпускай ситуации и не держи зла на окружающих. Если какой-то человек причинил тебе неприятности, просто держись от него подальше. Совет пятый. Научись говорить «нет». «Нет» значит «нет». Не бойся говорить это волшебное слово. Оно может избавить тебя от многих неприятностей. Всегда используй критическое мышление и принимай решения самостоятельно. Но перед этим не помешает выслушать мнение тех людей, которые являются для тебя авторитетом. Например, родителей. Ведь мама плохого не посоветует. Если эти советы были тебе полезны, то не пожалей лайка. Также не забудь подписаться на канал «Секреты юной леди» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое интересное видео. А еще не забывай писать комменты. Нам очень интересно твое мнение. До встречи, подружка. Пока-пока.